В Якутске проходит 12-й чемпионат республики по боксу среди студентов Саха студенческого спортивного союза. В ежегодном мероприятии принимают участие 118 спортсменов из 22 высших и средних учебных заведений. На ринге сойдутся 5 девушек, 57 начинающих боксеров и 52 разрядника. Всего заявлено 93 боя. Чемпионат будет проходить в течение 2 дней. Основное соперничество развернется между студентами Института физической культуры и спорта СФФУ, училищем Олимпийского резерва и Чуропчинским институтом физической культуры и спорта. Ну, я сам из Мигино-Кангалаского улуса. После окончания школы поступил в Чуропчинский государственный институт. И там начал тренироваться. И вот мой первый бой среди молодежи. Первый раз. И у нас из Чуропчи было в команде 10 нас. Твоего соперника знаете, встречались? Да, знаю. С ним в финале дрались на прошлых соревнованиях, получается. И проиграл ему. Вот. Он занял первое место. Сейчас вот реванш у нас будет.